Американский коротыш Додж, единственный в Челябинске, на фронте трудился наравне с газонами и зисами. Среди красноармейцев еще один империалист, легендарный Виллис. Все машины на ходу, разве что к параду подлатали и подкрасили. Додж 3/4 – это большой фронтовой джип, который поставлялся по ленд-лизу, на фоне которого мы снимаем. ГАЗ-51 – самый массовый советский грузовик послевоенный. И мотоцикл М-72 с различными пулеметами и минометами. А самая старая машина представлена клуб «Масса» – это полуторка 32-го года. Жемчужина коллекции челябинских реставраторов – армейский внедорожник ГАЗ-67Б. Состояние идеальное, любой музей обзавидуется. Еще бы, хозяин разве что пылинки не сдувает, бережет от дождя и лишних разъездов. И после увольнения из Красной Армии никакого покоя. Возят газик по выставкам и экспозициям. Здесь нет ни родных узлов и агрегатов. Она полностью аутентичная, как будто только что сошла с конвейера. Вот 4 бойца в зимней форме помещались в этой машине. Она шла по любым дорогам, могла идти в колею за грузовиками. И после войны эта машина активно использовалась в народном хозяйстве. В войну 67-й буксировал орудия, возглавлял командирские колонны и доставлял разведчиков в самые непролазные чащи. Первый экземпляр покинул конвейер в 43-м. Производство не прекращалось 10 лет. За легкий нрав и отменную маневренность бойцы прозвали машину «Козликом». А в иных частях прозвище было «Иван Виллис», мол, джип на русский манер. Правда, машина послабее Виллиса, мотор всего 54 лошади. Машин выпустили около 100 тысяч. Создателя 67-го, Виталия Грачева, представили на соискание сталинской премии, но так и не наградили.